Самое большое богатство – это ум. Страшнейшая нищета – это невежество. Опаснейший из всех грехов – это самолюбование. Великий дар твоим потомкам – твой добрый нрав. Сынок, не стоит водить дружбу с невеждой. Ибо даже замышляя благо, он тебе навредит. Остерегайся заводить себе друга среди скупцов. Ибо когда будешь ты нуждаться в помощи, он не поспешит к тебе. Так и знай. Не стоит дружбы и тот, кто имеет склонность к зависти. Ибо он продаст тебя за малость и покинет. Также...